пострадали более 30 человек. Дорогу! Сейчас в течение ночи будут осуществлены исследования силами ФСБ, силами главного управления внутренних дел. И после этих работ мы получим более точные данные по характеру взрыва, мощности взрыва. Конечно, можно сейчас полной уверенностью сказать, что это террористическая. Все, ребята, нашли, не волнуйтесь, нормально, не волнуйтесь, ребят, какие-то проблемы. Можно, можно. Все, все спокойно, не надо, не надо, не надо. Из 26 человек, которые находятся сейчас в наших больницах, пока угрозы для жизни всех тех, кто находится в госпиталях, нет. Хотя 5 находится в тяжелом положении по наличию ран, которые в основном были получены от осколков стекла.